Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Поплавский Сосунок, Крош Гафака, Кей Старс Гусанек, 2.0, Иртик. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Ребята, кто ожидал, что мы будем записывать CS2 и еще режим маньяк? Правильно, никто не ожидал, поэтому мы сегодня будем веселиться и угорать. Если пять, кушайте, приятного аппетита, а у нас режим маньяк, погнали. Колян, пошли, будем еще всех мочить. Колян, иди давай, сюда, давай. Не на крыше. Вот, давай, давай, нападай. Давай, давай. Опа, бежим, бежим, бежим. Первый есть. Отлично. Стоямба! Давай, его есть! Отлично, ребята! Сразу видно, вы поставили лайкосики, и мы всех сейчас... Ты туалетно... А где это мы? А! Ребята, напишите в комментариях, кто знает, с какого это мультика, как зовут персонажей. Так, я иду наперед. Есть! Ребята, это было круто! Вот это было эпично, крякло. Так, 6 минут, мы должны затащить. Да блин, у меня гранат. Ух ты, чудо за телепорт такой странный. Это трамплин называется. Ага. Я его потерял. Я его тоже потерял, где он делся? По шагам ориентируйся. Я учился в Фане играть. Да? Он хорошо играет? Нашел. Нашел? Я иду к тебе. Одного нашел. А я тебя так зачикаю. Ах ты, блин! Он тут на бортике! Чё ты за бок такой? Ей! А как мне тебя убить? Давай, вот он, видишь? Еще один, вот. Ух ты! Чикаю, чикаю всех, кого вижу и не вижу. Так. Я иду, я иду. Я за ним погнал. Ребятушки, если вы хотите, чтобы мы часто записывали CS2 и разные режимы, обязательно напишите «мы хотим» или поставьте лайкосик, потому что эта игра теперь будет очень часто выходить на моем канале. Надеюсь, вам понравится, потому что я кайфую от того, что сейчас происходит. Это очень круто. Вы что, гоните, что ли? Угораете? Дима, сзади, сзади, сзади. Дима, Дима. Спрыгнул. Отлично! Стоябелла! Да нет! Замочил? Мимка, да. Это сверху. О, ты чё? Она тебе, ты смотри. И вот последний. Так, где? На улице. Вот, я за тобой иду. Блин, ребят, вы что, затащили, что ли? Ну это первый раунд, ты знаешь, что сейчас пацаны натренируются, и будет все потяжелее. Отлично! Блин, я прям кайфанул от этой игрушки. Блин, это было круто. Сейчас мы еще один раунд с кольком будем за маньяков. А потом, пацаны, кто-то из будет из маньяков, а я постараюсь повыживать. Как это вообще прочувствовать себя в шкуре выживальщика? Раунд номер 2. Надеюсь, сейчас пацаны еще быстрее сольются, потому что не только они натренировались, и я еще немножко набрался опыта. Так. Если что, есть нычка в гараже. Понял. Я ее случайно нашел. Я должен убить хоть кого-то. О, опять тут сидит. Да хватит смоки ваши кидать. Да блин, я ничего не вижу. Я ничего не вижу. А я буду чик, я буду так махать, я сейчас убью кого-то. Одного смотри. Где он? Нет. Вот. Я на улицу иду. Беги, Саня, беги. Беги. Так, сейчас по-моему кто-то будет пробегать. О, мы сейчас вот тут встретим. Ай-яй. Он убегает. Ловенько. Вижу, как он круги наворачивает просто. Нифига себе. Блин, да ты зараза, вы как так бегаете? Давай, 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 давай. Так, теперь в прыжке. Не, не получится. Мы что, никого убить уже не можем, как раньше? Не можете. Натренировались. Опа, нашел. Ой, это раз я по кругу пошел. А, они все на крыше. Да, 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 я на крыше. Залазь. Один упал. Есть, есть, я убил. Тебе просто повезло, что я прилетел к тебе. Ай, да ладно. Это тебе повезло, что я тебя не так быстро убил. Я знаю, раз он сейчас их пойдет гнать с крыши, значит они сейчас все начнут падать вниз. А я их буду тут ждать. А внизу уже двое. Я иду. Со всей силы бегу, только никого не наблюдаю. А ну-ка. О, шаги. А, что привет. Ой-ой-ой. Иду, иду, я понял, что он сейчас снимай, сюда прибежит. Снимай, иду, 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 иду. А, он улетел. А ты, блин, а? Я не собака, я птица. Посмотри, вон сверху. Ах ты, блин. Попал. Прикольно получается. Я догоняю. Блин. Давай, 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 гони его. Ну, а ты, зараза, как вы так играете хорошо. Да, блин, жопа жирная не влазит. Уйдите, побежал. 10 хп. Да, блин, дверь за...
Жирная жопа моя застреет. Интересно, тут. Есть! Есть! Ой, хорош! А он мне начал дамажить, лишь ты меня жизни вынес даже немножко. Ну тебя их все равно бесконечность. Бесконечность? О, я знаю, как тактику одну сделать. Сейчас мы, ребята, их подловим. Сейчас. А че ты дверь, она просто скрипит постоянно? Это как работает. Потому что ее кто-то открывает. Привет. Так, вижу. Ребята, мы сейчас опередим события. Смотрите, как мы сейчас это все сделаем. Он даже не понимает, как мы его обыграем. А, все. А я его уже был когда-то дамажнул. Еще один, да? Вот, на крыше. Ты метку, если что, кидают это на колесико мышки, я буду видеть. Он на втором этаже. Спрыгнул. Так. Вижу! Все, теперь мы его не отпустим. Ну что, иди сюда! Маньячилы мы или кто? Че его потерял? Нашел, бежи! Вот, двое! Есть! Так, я поверху иду. Бежим, бежать надо! Давай! А кто-то остался в живых? Я еще. Так. Давайте на крышу ко мне. А, вот так, да, ты заговорил? Да. Прыгнул. Двое, так один внизу бегает. А, еще их двое. Ну, где ты? Вижу. Я его смогу даже через прыжок убить. Так, я что-то запутался. Вон, бегает. Все, мы сейчас все сделаем. Блин, 2 минуты осталось, не так уж и много, мы должны его успеть убить. Выслать по-любасику. Он сюда идет? Опа. Беги. Я убегаю. Так, где он? Вижу. Но ты метки, да, кидаешь? Вот, один в доме. Привет. Ты что думал, я не могу так убивать? Я тебя пятки порезал все. Так, пацаны, идите на звук гранаты. Ты что, в доме? А это он запутает нас, зачем ты веришь, что он там? Так нет, я реально там. Я вам подсказки даю хорошие. Да, хорошо, давай. Ай, флешку закинули в окно. Ага, значит, ты в том окне. Он в хате, да? Да, в хате, да. А какой этаж? Ну вот, кто-то зашел. Или не зашел. Вот красная комната, вот. Вот вы вдвоем. Ага. Что ты в ловушку поместил? Блин, где телефон? Дима, вот он. Вижу. Дима. Иду. Сюда, в эту. А телефона-то нет. Да блин, опять в ловушку попали, блин, это жопа нас дурит. Вон, видишь, он там. Я не понимаю, где я иду. Блин. Молодец, как ты это сделал? Ты просто красавчик. Я хотел свалить, как ёжик в тумане. У тебя не получилось. Ребята, сейчас будет раунд, когда я с Коляном и с другими пацанами будем выживать. А у нас будет маньяки, Крош и Гусонёк. Гусонёчек, ну что, сейчас попробуешь, как оно тяжело на самом-то деле? Да вообще изи. Ну давай посмотрим, насколько ты профессионал. Мы с Саней профессионалы, это наша легендарная дуэль. Я тебе рекомендую, Дима, справиться с какой-нибудь нычку найти. Ну все, мы вышли. Давайте. Так, я сразу слышу чьи-то шаги. На крыше. Опа. Да блин, это что, и прикол какой-то? А что, я медленнее тебя, что ли, бегаю? Нет. Да это какой-то что за бред? Ё-моё! Я думал, что это за... Кто это спрятаться там? Ладно, вы же предупреждали, что мне надо ныкаться. Я не послушал вас. О, я за Коляном понаблюдаю. Так. Аккуратненько. О, вот тут нужно было, да, ныкаться? Да. А это было круто, я не знал. Не знал, ну ты знаешь. Ну да. Господи, что Что там получается? Ой, где маньяк бежит? Вот. Так, Гусонёчек параши проверяет. А, даже... Вот так. Осторожно, Гусонёчек уже готов чикать всех. Красиво тебя по жопе дал. Ножом. Что, нас первых убили, что ли? Я не понял. Да, вас двоих первых убили. Там и специально вам подали, чтобы интереснее было, да, Колян? Да. Ну и все, а вы переживали. Опа. А я так понял, вы эту карту хорошо, да, уже знали раньше? Нет. Вчера, да? Отвечаем. Ага. Мы просто умеем бегать за людьми. О, прикольная ловушка, я вижу. Офигеть! А как тебе с нее выбраться? Что там? А что там? А может слева надо тебе выбраться? Подожди, а где он? На потолке каком-то лазе. Вон выход же, на стене написано выход сзади. Да мы не читать умеем. О, привет, Скуби-Ду. Yeah. Ну, иди беги, сюда. Беги, Кейстарс, беги. Беги, пожалуйста, просто беги, молодец.
Нет, да, хорош, да. Хорош, хорош. Нет. Нет, убили. Это жесть. Офигенная нычка. Только как в нее попасть, вот это интересно. Он вроде, он здесь вроде на потолке, я видел какие-то частички. Вот, вот, ножки его. Да, попробуйте чикать его. Нет, потолок не чикнуть. Не чикните меня. Он в нычке, только как туда попасть? Да, вот, туда понятно, как вы двери открывали и закрывали. Вы сидели в этой ловушке и ежакамили, жмякали. Нет, тут нет. А ловушечку я теперь догадался. Можно использовать? Конечно, может, все можно использовать. Но только в меру. Только в меру. А, он тебя тпхнул, блин? Да. Тут, блин. А как у вас тпхает? А это ловушка такая. Это ловушка такая. Ловушка есть. Пойду-ка я одно место проверю. Да ты... не юзу. Я уже не на улице. Где? Давай, бегите. Давай, давай, пацаны, бегите! Да блин, я опять застрял, ё-моё. А, нет, беги! Гусанёк, ты его не догонишь! Два... Догнал! Это было больно. Это страшно! Прикольно получается. Давайте, психи, покажите вещи! Может... Вы связались не с теми маньяками. Да? Я понял, что вы хорошо играете. И, кстати, это очень интересно, когда умеют люди классно играть. Я тоже натренируюсь, я все вспомню. Чтобы вы понимали, я играю второй раз всего в CS 2. Я до этого CS GO играл. Игры отличаются. Ну, не, давай, подожди. Хоть, а нет, не, не, пока сиди, пока сиди. Вы все правильно делаете, он в этой комнате просто над вами прям. Вот так, там вот. Подожди, а Дима, а заход с этой комнаты или с другой? А я не знаю, как он туда попал. Вот честно скажу, этого я не знаю. Вряд ли, то я все тут перетыкал уже. У вас есть 4 минуты, пацаны, еще. Мы найдем. Другой, ну, а да, через потолок никак нельзя убить? Нет. Нет, там не убить. Я знаю, как туда попасть. Стой. Крош. Иди сейчас прямо. Нет, назад. Вернись в комнату. И сразу направо за дверью, вот тут вот. Вот сюда как-то он, вот тут он где-то попал как-то. Я спалил своего. Я молодец. Он уже тикнул. А вот нет, только чтобы интересно было, ну что вы хотели? О, стоять. Беги! Беги! Я в тебя верю! Давай, габака! Ой, гафака, кабака! Настроение, ребята, отлично. Надеюсь, вы уже обязательно подписались и влепили лайкосик. Ай! Я ничего не вижу. Твои скину. Я фул флэш. Давай, у тебя 3 минуты еще. Не, моего убила, он не выдержит. Кстати, я нашел еще, пацаны, классные карты по маньяку, поэтому ожидайте. Будет просто бомба. Молодцы! Молодцы! Красавчики! Если вам понравилась эта серия и эта игра, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока. Всем пока. Резня.